В Жамбылской области за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 241 иностранца. Их выявили за неделю по итогам УПМ «Мигрант». Большую часть задержанных оштрафовали, а почти 70 трудовых мигрантов решением суда депортировали из страны на 5 лет. Одни нарушили правила пребывания в Казахстане, а другие работали без соответствующего разрешения. Основная часть нарушителей – граждане Узбекистана, остальные – из Кыргызстана и России. Также выявлено 34 граждан Узбекистана, у которых не имелось при себе документов, удостоверяющих личность. По указанным гражданам направлен запрос посольства Республики Узбекистан в городе Алматы на выдачу им свидетельства о возвращении на родину. На основании свидетельства о возвращении на родину в отношении указанных граждан также будет направлен материал в суд для принятия решения об их депортации.